Здравствуйте, это канал Максим Эдзи, и мы продолжаем смотреть на игру GTA Trilogy The Definitive Edition. И сегодня мы переходим к самой популярной из этих трех игр. Это GTA San Andreas. Самая длинная, самая лучшая. И давайте смотрим. Меню, как всегда, такое же. Похоже, я имею в виду. И, собственно говоря, давайте начинать. In the beginning. После 5 лет, проведенных на восточном побережье, настала пора вернуться домой. Чё как? Карл, это Свит. Ну и чё как, оно Свит? Мама, она умерла, ну рад. Обалдеть, как классно влить в машину. Пассажир, выйти из машины. Стоп. На колени. А теперь на живот. Так-то. Дай-ка это мне, Эрнандес. Эй, это мое, это же мои деньги. Это грязные деньги. Мои деньги. Эй, не волнуйся. За этот счет рассчитаемся. Добро пожаловать домой, Карл. Ты рад возвращению, а? Ты ведь нас не забыл, малыш, да? Да нет, конечно, офицер Тентони. Я просто удивлялся, где вы так долго были. Машину его. Эй, эй, тихо. Голову береги. Ой, сорян. Вали отсюда, чего встал, блин? Мексиканские заразы. А, да, извини, извини. Эй, там моя сумка! Там моя сумка же! Куда? Как дела, Карл? Как там твоя замечательная семейка? Я приехал, чтобы прийти на похороны матери. Да, слышал про это. Где ты еще засветился, Карл? Да нигде. Я живу в Либерти-Сити. Я чист, по закону все. Не, Карл, ты никогда чистеньким у нас не был. Так, что у нас здесь? Это оружие, офицер Пуласки, из которого застрелили офицера полиции как 10 минут назад. Офицера Пендлбери. Какой хороший человек был, знаете ли. А ты быстро работаешь, Нигер. Эй, вы, я ж только что самолета.
Как хорошо, что нам удалось найти тебя и изъять оружие. Это не моя пушка. Да не гони мне, Карл. Да не гони ему, Карл. Да какого фига вам от меня надо вообще? Когда ты будешь нужен, мы найдем тебя. А ты старайся больше не палить по офицерам полиции. Вы не можете меня здесь бросить. Это же Баласовская территория. А мне казалось, ты сказал, что ты чист, Карл. Патрульная машина. Ну, скоро увидимся, Карл. Официант Пернелбери убит? А, черт, вот я снова здесь. Худшее место в мире. Район Балас из Роллингхайст. Уже 5 лет я не связан с Гроу-стрит. Но ублюдкам Баласом пофигу. Короче, вот так вот выглядит. Как-то здесь темно, слишком темно. Вот это вот немного не очень. Но тем не менее, 60 кадров есть. Маршрутная карта есть. Все такое. Короче, вот я просто в шоке вчера был. Я вчера увидел новость про то, что на каком-то там сайте, где оценки играм ставят. Там, короче, просто пипец. У игры... GTA Trilogy The Definitive Edition оценка меньше 1 из 10. А если быть точнее, 0,5 из 10. Это пипец. Как такое? Grove Street, а вот и до. По крайней мере, был, пока я не испоганил тут все. Короче. Такой вот сюжетец тут интересный. Вот эти вот трое полицейских, которые только что были. Фрэнк Тенпенни, Эдди Пласки и Джимми Эрнандес нам будут солить по-крупному тут. Денежки забрали, сумку забрали, можно сказать. Ну, такси увел. Смотрите внимательно. Там за окнами в доме CGI можно увидеть, что находится. В оригиналах, по-моему, такого не было. Это же классно. Вот почему там меньше 1 из 10? Да потому что люди, во-первых, не умеют некоторые отличать ремейк от ремастера. И они, во-вторых, все ждут GTA 6, а рокстаровцы поэтому и недовольны они. Ну и больше всего, конечно, разочаровались тем, что графон только улучшили, в основном больше ничего. Конечно же, добавили фишки, например, такое колесико, маршруты. Ну, а так ни физику, ничего особо-то не изменили. Говорят, проще установить моды на обычную GTA San Andreas и играть с ними. Ну, и говорят, что может даже лучше выглядеть. Я не согласен. Как по мне, я смотрел внимательно на моды некоторые видео. Там выглядит с модами хуже, чем здесь, в большинстве случаев. Ну и к тому же, с модами тормозить все может, потому что старый движок игры не будет, может не справляться с такой графикой. Ладно, хватит болтать, давайте зайдем в дом. Big Smoke. Вот это красота. Эй, хорош, чего вы тут строили? Карл Брайан, остановитесь. Да перестань, мама все услышит. Мама, они что-то задевают. Блин, стул классно выглядит, прям реально, реалистично. И стены тоже. Эй, упырь, ты не в тот дом вошел? Эй, Биг Смоук, это я, Карл, тихо. CJ. О, братан, как же тухо! Эй, чувак, ты в порядке? Не, ты же знаешь, у меня мать. Эй, я не знаю, почему это случилось, но я тебе клянусь, я выясню, кто ее убил. На улицах сейчас сурово, братан. Как сказано в книге, мы благословенны и прокляты. Какой еще нафиг книги? А те, что заставляют нас смеяться и плакать. Ну, короче, надо сейчас заняться своими делами. Ты должен встретиться с братом, он уже на кладбище. Погнали.
Хочешь за руль? Да, конечно. Классная тачка, Смоук. Ну, ты меня знаешь. Никакого тюнинга. Это все моя любовь. Sweden Candle. Я скучал по тебе все эти 5 лет. И, наверное, они тоже будут рады тебя видеть. Эй, смотрите, кто к нам пожаловал. О, Карл, рад тебя видеть. О, не могу поверить, что ее нет больше, а? Это еще одни похороны, которые ты пропустил, дебил. Как и Брайана. Эй, она была моей мамой тоже. Да, только не эти 5 лет, Нига. Эй, а ты куда? Да пошел ты нафиг, я иду к Цезарю. Да нифига. Ты не можешь с ним встречаться, он же из другой банды. Ну и что, я его люблю? А тебе-то что? Да, у меня есть принципы. О, я думаю, это делает честным американцам. Ну-ка, Карл, скажи им. Карл мне нифига не скажет. Не, если он тебя обидит, я его... Эй, как ты можешь такое говорить? Тебя это что, не волнует? Да fuck you, sweet. О, вот и понесло. Да просто все фигово. Абсолютно все, блин, фигово. Ты о чем? Че, кроме смерти матери, тебя больше ничего не волнует? Вон, смотри, дела идут фигово. Вот здесь похоронен Тони. Большой дьявол, и там маленький дьявол похоронен. Да это просто офигеть. Сначала палят по пацанам, а уже потом только спрашивать начинают. Баласы, берегитесь! О, ублюдки, они взорвали тачку мою. Возвращаемся на район, тут опасно очень. Смоук что-то медленно ходит. Давай, садись на велик быстрее, поехали, блин. Блин, вот... Это как в старые времена, Си-Джей, да? Тут как-то все изменилось. Си-Джей, по сторонам смотри. Как до этого докатилось-то все, а? Я думал, это территория семьи. Да, это Temple Drive 7, но мы больше не друзья с ними. Блин, а я быстрее, кстати, ехать в этом ремастере стал, не то что в оригинале, блин. Эй. Да, блин, еще и таксист, блин. Я еду, я его догоню по-любому. Ну, город, городишко, ничего так прикольно выглядит. Мне лично нравится. Давай, Си-Джей. Тачка с балласа за нами едет. Разделяемся. Давай, не отставай, мадафака. Кстати, вот эта катсцена, где Райдер сейчас сразу сказал, изменилась чуть-чуть. Ракурс. Ты всего лишь обуза, Си-Джей. И зачем ты вообще вернуться решил, а? Да, блин, да... А Смоук где? Он вообще от нас отстает что-то. В оригинале я обычно от всех отстаю, а тут наоборот. Я любого обогнать могу быстро. Видите, что творится? Они медленнее меня все едут. Давай, давай, езжай быстрее, давай. Ускоряйся, блин. Почему только я ускоряться могу? Ну, они тоже могут, но что-то они не хотят. Ну давай, Смоук, где ты там? Толстопузый. Нас догнать не может. Сейчас я вас передам. Ой, кошмар какой. Едем скорее. Не думал я, что я упаду с велика, если в него врежусь. Я недалеко, я еду уже. Давай. Ну, я их уделал. Показал этим ниггерам, кто тут настоящий гангстер. Райдер, нига. И когда ты уезжаешь, Карл? Да, не знаю. Я думаю, наверное, останусь. Тут дела фиговенькие. Да нам твоя помощь гробу не нужна. Я не подведу вас, обещаю. Слушай, мы тут собираемся позвать братанов и оттянуться. Присоединишься? Я устал. Я увидимся позже.
Эй, йоу, просто заходи, мы тут все тусуемся. Да, только шмотки поновее купи себе и подстригись, а то позорно рядом с тобой находиться. Так, можно сохраняться, да-да-да, я знаю, нас тут обучают до сих пор. Можно сохранить транспортные средства. Блин, трава, кстати, классно выглядит. Вообще, очень. И забор. Входим в дом Си-Джея, блин, нафиг. Короче, вот как вы видите, дом Си-Джея реально стал таким более светлым, не то что в оригинале. Ну хотя вот то, что сейчас, это как-то немного полутемно, полусветло. Ну а так вообще реально, стены выглядят классно, уже больше на реалистичности похоже. Здесь, во, спальня вообще тоже шикарно выглядит. Прям все классно, мне прям нравится. Почему ремастерером так сильно недовольны, я не понимаю. Потому что GTA 6 люди хотят, да? Телевизор. Вот я, кстати, делал анализ гифок. И тут, я говорю, полоска просто, а тут и нереалистично выглядит. А оказывается, я ошибся. Тут видно, там кнопочки видно на телевизоре. Алло, это я хотел тебе кое-что разъяснить. О, привет, Свит, как дела? Да, тут просто все поменялось с тех пор, как ты уехал. Семьи из Гроу уже тут не рулят по-крупному. Семьи из Бульвара, семьи Тепла от нас оторвались. Мы сейчас заняты разборками. Балласы и Вагасы очень сильно поднялись, так что будь осторожен. Да, да, хорошо, спасибо за предупреждение. Да не благодари. Ночь выглядит офигенно просто. Я прям шикардос просто. Райд. Эй, чего тебе? Навещай, братана. Как сам? А, да. Я очень рад, что ты вернулся. Че, даже не обнимешь? А, да, конечно. Прости. Виноват. Ну так чего хотел-то? Эй, у тебя ствол зачем? Да, чуваки из пиццерии тут наши подписи закрашивают. Они же офигенно смотрятся. Надо хозяина твоего проучить. Ты в деле? Да, я всегда в деле. О, да. Пошли нафиг. Ну-ка, садись, Зар. Покажи, как воет на восточном побережье. Так, радио выключаем. Эй, а старик Рис все еще работает? Да, как сраный ублюдок. Он уже несколько лет как назад с катушек слетел. Я этого старого придурка даже к своей башке не подпускаю дерево. Ну, я подстригусь, пожалуй. Ну, как скажешь, у тебя 5 минут. Я бы тебя покрасил под диджея. И так, когда ты уезжать собираешь? Да не, я, наверное, остаюсь. Почему? Да тут мои друзья, братан. Мы всегда тут были, чудик. Да, ну сейчас я знаю, вернулся и пропустился. Да, только не рассчитывай, что я буду задницу тебе целовать после этого. Ты для меня все равно предателем будешь. Ну ладно, спасибо. Ни за что, ни за что. Ну давайте подстригемся. Садись, Си-Джей. Офигеть, я только сейчас заметил, кстати, что вот он... Офигеть, я только сейчас заметил, что старик Рис этот изменился внешность. Он в оригинале вообще по-другому выглядел, у него очки носил, все такое. А вот тут он вообще другой. Он стал более молодым. Господи, я только сейчас заметил, серьезно. Что-то не обращал до этого внимания.
Блин, я же говорил, что он дебил. Такая тупая стрижка. Ну вот и погляди, тут полная фигня творится. Никакого уважения к району нет. Стены чистые и так далее. Ты что-то совсем отощался, Джей. Закажи что-нибудь пожрать, я тут докурю, а потом возьмусь за дело, блин. Да-да-да-да-да, можем полнеть, худеть и так далее, я в курсе. Блин, как жалко, что эти подсказки пропустить нельзя. Контрольная точка сохранена, блин. Да ладно. Здравствуйте, я заказываю у вас обычный перекус. Пицца, картошка фри и напиток. Какой пол? Ну-ка, руки вверх! Это ограбление! Райдер, это опять ты! Эй, я не Райдер! Да, таких пропусок, как ты, больше не сыскать. Как мне жаль твоего отца, блин. Эй, ты чё, спятил? Побежали отсюда. О, узнаю, Сиджи. Предатель, предатель. А, блин, сваливаем. На эту пиццерию не наедешь так просто, блин. Чего ты ждешь, дебил? Поехали. Я заберу эту пушку, пожалуй. Пригодится запросто. Что, диалогов не будет никаких? Диалог вроде должен был быть странным. Ладно, нет, так нет. Сходи, поезжай со Свидом. Он что-то там про насчет граффити говорил. Увидимся, братва. Давайте стрельнем. Звуки остались прежние, но... выглядит выстрел, конечно, круто. Давайте, во-первых, сходим, сохранимся, чтобы время пропустить. Во, вот это то, что надо. Давай, давай, жердяй. Давай, давай, давай. Бросай, 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 бросай. О, гляньте-ка, кто пришел. Наш беглец. Ты решил вернуться за дело, да? Я же говорил, да. Да, твое слово еще пока не значит ничего. Эй, не наседай. Надо двигать на район. Привет, Сиджи. Да, надо всем понять, что ты снова в деле. Братья Джонсы снова в строю. На, вот, возьми краску и поделай все как надо. Начни с нашего квартала. А потом мы расширимся, наберем силы и отобьем район. Да, ты и так уже расширился, Нига. Играй давай. Посмотрим, что жертвец может. Эй, стой. Решил с братом потусить, да? Слышь, ты полегче. Мне тяжело так пришлось. Хочешь за руль? Да, да. Tagging Up Turf называется эта миссия. На английском языке. Забыл назвать. Блин, да тихо ты. Проваливаются столбы. Ты на шухере, я сейчас буду красить. Во, вот красиво зарисовывается. На районе еще две граффити осталось. Иди делай дело, я буду мотор глушить. Точнее, не буду. Во, красота. Выглядит круче. Зарисовка. Чё ты встал? Иди давай, блин.
Во. Норм. Он автоматом, кстати, запрыгивает тут уже. Поехали, на район Баласов заедем сейчас. С маршрутом удобно ехать, серьезно. Ты вот, ты работай здесь, я на другом районе потужусь. О, господи, еще и розыск. Идите нафиг, пожалуйста, копы. Это Баласы и заклятые враги. Да, я знаю. Эй, что такое? Блин, идите нафиг все. Да пошли вы все в жопу, короче, ну вас нафиг. А, блин, больно. Отвалите вы все от меня, блин. Давай. Блин. Давай, садись быстрее. Давай обратно на район CJ. Да, пофигу, что навигатор показывает. Тут есть другая дорога. Оттуда копы выехали. Какого фига? Ну, не забыл, как это делается, да? Да, начинаю вспоминать. Как дело с баблом? Да с баблом нифига. В краж все отобрали, только мелочь осталась. На, вот, возьми, купи там пивка или что-нибудь еще. Еще пересечемся. Вот эти штуки полезны, их можно в доме брать. Машины также можно толкать, как и в оригинале. Карта офицер Эрнандес. Кто? Офицер Эрнандес. Я работаю с Тенпенни и Пуласки. Скотина, какого фига тебе надо? Эй, прояви хоть уважение ко мне. Иди ты нафиг, ты такая же скотинка. Эй, смени тон. А теперь слушай, у меня сообщение от офицера Тенпенни. Даже не пытайся сбежать из города. Это будет большая ошибка. Слышь меня, мы наблюдаем за тобой. Ну, как скажешь, зараза. Клейнинг дехуд. Эй, нам надо оставаться в игре. Да все уже давно пофигу на лары. А я нет. Все только и делают, что толкают дури и поганят все. Это нашу банду просто развалит. Не знаю. Эй, как оно? Привет, Сиджей. Все, что им надо, это дури бабосы. Эй, ты прешь против ветра, Свит? Это солдаты. Не солдаты, а лохи. Да, но они же с нами. Они с теми, у кого попло. Сиджей, ну-ка сгони туда и покажи им, что с тобой шутки плохи. Баласы наших приезжали. Надави на них. Мы помогаем району, но надо снова собрать всех наших. Как все былые времена. Да, ты прав. Вы с Райдером этим и займетесь. Они бы матери родной толкали, все пофигу. Ну не будь наивным, друг, нельзя отхватываться от главного. Одним мы не справимся. Ты беда повидел? Нет. Но его и кореш Биг Бир реально могли бы нас усилить. О, Биг Бир? Да. Надо их взять. Беда живет тут рядом. Недалеко. Пару кварталов от нас. Значит, на районе бардак, да? Да. Ты попробуй кого из этих дебилов запрячь. Ну тогда неудивительно, что они ослабли. Кроме Смока, Свита,
меня и тебя, собственно. В банде никого больше не осталось. А все остальные на дуре сидят. Да, так и есть. Фух. Да. Эй, помедленнее, ты даже не знаешь, где он живешь. Эй, он здесь? Да, здесь. Открывай! Он все еще здесь. Да, я тебе говорю, он здесь. Открывай! Да кто тут? Си-Джей, какого фига тебе надо? Ну пошел нафиг отсюда. Подожди. А как же наши братья навек, а? Район это не самое важное у нас. Тебе никогда не понять, что такое зашибать бабло. Знаешь что, вали нафиг отсюда, пока я на ногах стоишь. Биг Бер, ну-ка покажи, Сим. Эй, Биг Бер, ты еще на районе или как? Не-не-не, Биг Бер тебе только заводит дурь и поддержание моего дома в числе. Так ведь, Биг Бер? Да. Так, чё? Да-да, сэр. А теперь иди чистить туалет. Какого фига? Медведь, ну чё ты? Всем от этой жизни теперь надо радости. Ну, увидимся, Си-Джей. Слышь, ну-ка вали нафиг отсюда, я тебе сказал. Эй, нига, fuck you. Да, бардачок. Теперь ясно, о чем ты говорил. Если Крэг может даже Биг Бера превратить в раба, то что будет с обычным лохом? А у нас в городе на каждом углу любители хмурого жмут. Сейчас разберемся. Давай проедем по кварталу и найдем кого-нибудь из наркоторговцев этих. Это контрольная точка. Обалдеть. О, смотри, кто-то этим занимается уже. Руки вверх. Я знаю этого дебила. Он раньше тусил с Балласами из Элдвуда. Его хата тут за железкой прям. Нанесем ему визит вежливости. Это разве не территория Балласа? А ты что, страшный, что ли? Да не, я в деле. Возьми биту, пригодится. Вон как дух просто исчез, блин. Обалдеть. Дело керосином пахнет. Да не бойся ты. Все знают, что Балласы скотины трусливые. Блин, как тяжело не врезаться, а? О, да тут крэковый притон у них. Чуешь, а? Да, давай постучимся в дверь к ним. Тук-тук-тук, кто в теремочке живет? Парни с Гроу-стрит пришли навести дела тут. В жопу Гроу-стрит. Гроу-стрит кранты. Разделай этих дебилов. Эй. Как это неудобно, а? Саразы какие, а? Ой, я райдера случайно ударил. Как хорошо, что я винтовку ту забрал. Дробовик. Теперь Балласы знают, что 7 игроков стрит поднимаются. Да, точно, братан. И самое главное, что ты меня не бросил. Все времена меняются, и точно. О, это сильно их взбесит. Я предупрежу пацанов. А давай пока погреемся в лучах славы, а ты, мадафака, блин. Теперь дурью торговать больше на каждом углу не будут. Надеюсь, нашим пацанам на пользу пойдет. Да, теперь Гроу встанет на ноги. Точно. Увидимся. О, вот такие вот дела, ребята. На сегодня закончим. С вас лайкос, подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, на группу ВКонтакте, тоже вступайте. И всем пока.